Новый год приближается, и где только сейчас не увидишь новогодних персонажей. Дед Мороз и Снегурочка на одном из перекрестков Рязани вместе с инспекторами ДПС останавливали транспортные средства. Основной задачей мероприятия было напомнить всем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. В преддверии больших новогодних праздников самый актуальный, конечно же, вопрос – это употребление спиртных напитков, чтобы люди после этого ни в коем случае не позволяли себе садиться за руль. Сказочные персонажи вручали водителям листовки «Алкоголь и автомобиль несовместимы», а инспекторы ГИБДД разъясняли требования законодательства. Водители и пешеходы очень доброжелательно отнеслись к инициативе рязанских дорожных полицейских и уверяли, что в новом 2016 году будут законопослушными участниками дорожного движения.